Мой папа – звезда. Первый в России корги-полицейский из Нижнего Новгорода оказался родом из актерской семьи. Возможно, поэтому любимцу пользователей соцсети по наследству передались фото и телегеничность. Об этом Рыжий рассказал на своей страничке в Инстаграм. Корг пишет, что гордится своими родителями. Папа начал актерскую карьеру со съемок в рекламе. Вместительного Гошу в ролике про сок сыграл Вильш Корги Пемброк по кличке Андвол «Я твой кумир». Яша, так знаменитого пса называли дома, не только снимался в рекламе, но был очень умной и спортивной собакой, занимался ползьбой и танцами. Этот знаменитый пес и есть отец нижегородского корги-полицейского. Мама Рыжего тоже большая умница, красавица и спортсменка, пишет Рыжий. Помимо всего прочего, мама занималась очень важной и сложной дисциплиной – поиском и спасением людей. Пользователей из сети очень заинтересовала эта информация, пост набрал более 2500 лайков.